тренерство та розвиток спорту ніколи не були простою справою. Під час карантину вона ще ускладнилася. Спортсменам довелося тренуватися вдома, дистанційно, без спарингів та командних ігор. Як зараз спортсмени повертаються до звичного графіку та які спортивні заходи заплановані у Кам'янському найближчим часом? Про це сьогодні ми поговоримо з начальником управління спорту та молоді Кам'янської міськради Едуардом Коряком. Вітаю вас! Місяць тому ми приїжджали до вас і показували перші тренування, командні тренування після карантину. Які зараз маєте успіхи? Відновились тренувальні процеси в наших дитячих спортивних школах. Федерації спорту міста теж включились вже в тренувальний процес і в соревновательний. З послабленням карантину вже більш-менш почали займатися. І мені, як начальнику управління молодіжного спорту, це дуже приємно, що у нас всі почали вже виступати, їздити, завойовувати призові місця, чемпіонати міста проводяться, поїхали ребята чемпіонати області. Слово «криза», написане китайською мовою, складається з двох іерогліфів. Один означає «небезпека», інша – «можливості». Які можливості з'явилися у спортсменів Кам'янського після карантину або під час нього? Я вам скажу, що такі испытания, наверное, попали, наверное, только вот именно спортсмены. И, как вы понимаете, как люди, которые закаленные, которые дисциплинированные, которые всегда борются там со всеми трудностями. Понятно, что в спорте всегда тяжело добиваться результатов. Но, как показала практика, насколько были активными все спортсмены, тренера в онлайн-тренировках, в соцсетях. Розписували тренувальні процеси всім своїм дітям. Я кожну неділю збирав директорів. Я на зв'язку був з усіма тренерами, і я бачив їхні результати. Ми навіть проводили соревнования по окремим видам спорту, індивідуальним. І тому мені було приємно, коли ми вийшли після карантину, і ми награждали спортсменів за те, що вони вдома виступали і соревновались друг проти друга. Мені дуже це було приємно, що як би нам не було тяжело спортсменам, ми все одно справимося з будь-якими труднощами і вийдемо з будь-якої ситуації. А які види спорту найбільш розвинені та популярні у Кам'янському? Самый массовый – это, конечно же, футбол. Футбол, он, потому что сейчас даже вот посмотреть лето, то сколько команд сейчас готово принимать участие в разных соревнованиях. Вот буквально у нас два дня назад состоялся кубок открытия сезона. Несмотря на то, что мы его всегда начинали в апреле, но в связи с карантином нам пришлось его так вот сдвинуться. И с таким удовольствием я сам не ожидал, что у нас 16 команд придет и примет участие. Завтра у нас будут полуфинальные матчи, финал. И я с нетерпением жду наградить команды вот этим вот именно кубком открытия сезона. Потому что без открытия сезона, знаете, как бы у нас мы суеверные спортсмены, надо обязательно сезон открыть. Для того, чтобы он хорошо состоялся. И, соответственно, потом его закрыть и тоже провести торжественное награждение. Відомо, що спортивні досягнення без потужної спортивної бази неможливі. Скажіть, будь ласка, як у Кам'янському? Чи будуються спортивні майданчики і взагалі чи оновлюється база для тренувань? При поддержке городского головы Андрея Белоусова и заместителя его Константина Саусь, который курирует молодежь и спорт, у нас пошли, конечно, вверх развитие инфраструктуры. Управление молодежью спорта было создано год назад, поэтому вот наша команда, именно вот, когда есть взаимопонимание, есть, можно сказать, любовь к спорту у всех нас, руководителей, поэтому и стремимся. Все понимают, что без инфраструктуры, если не будет площадок, если не будет стадионов, то мастерство у наших спортсменов не вырастет. И у нас приходится выступать только на других в других городах. А сейчас, благодаря тому, что у нас и реконструкция была теннисных кортов, и у нас построен стадион с искусственным покрытием, у нас открыты 4 площадки с искусственным покрытием именно для футзала. И еще откроется у нас в этом году, мы планируем к Дню города, у нас в этом году 270 лет, планируется открыть в Карнауховке футбольное поле с искусственным покрытием и на 18-й школе.
Я думаю, что это большое будет значимое событие для спортсмена, потому что, вы же понимаете, что футбол, он спорт номер один не только в нашем городе, он во всем мире. Поэтому и он самый доступный. Дети пришли, взяли мяч и побежали. Это командообразование, это дружба, это коллектив. Поэтому, как бы ни говорили бы, почему я там больше всего люблю футбол, но как-то футбол, он более командный вид спорта и самый массовый. Поэтому хочется, вот, чтобы... А футбол играют все у нас в городе. У нас играют и каратисты, играют, и тэквондисты, и баскетболисты, и волейболисты. Поэтому очень приятно. И плюс еще мы мультифункциональная площадка еще добудет по баскетболу и волейболу для футзала. То есть где можно сразу три вида спорта проводить. Соревнования или просто тренировки. Скажіть, будь ласка, чи працюватимуть влітку спортивні секції? Скільки дітлахів ходитимуть до них? Спортивні секції по-любому будуть у нас проводитися, несмотря на те, що тренерський состав йде в відпуска. Звісно, ми всі знаємо, що вони у нас завжди йдуть там июль, август, ну, в июні у нас тренера пішли. Но тим не менше, у нас достаточно тренеров, которые заниматься будут с детьми, потому что дети соскучились. А які секції спортивні працюватимуть влітку? У нас и гимнастика будет заниматься, и спортивная гимнастика, художественная, тэквондо, футбол ДЮСШ, наша Надія. Она, наоборот, только, можно сказать, вышли с карантина и больше всех, можно так сказать, пострадали. Баскетболисты тоже занимаются, не будут тренироваться, потому что, говорю, вроде бы оно так и лето, и вроде пора отпусков, а на самом деле из-за этого пандемии, из-за коронавируса, все-таки оно все сместилось, и сейчас те виды спорта, которые... Допустим, должны были в марте, в апреле месяце закончить свои там какие-то соревнования, турниры, именно все, которые были запланированы федерациями. Оно сейчас сдвинулось все. И вот сейчас вот много, даже вот мне приятно, что в нашем городе провелись соревнования чемпионата Украины по области по картингу. Плюс еще сейчас Федерация тенниса обратилась к нам провести чемпионат Украины на наших теннисных кортах, то я скажу, что июль, август будет у нас такой серьезный именно в нашем городе, где мы будем только рады встрече и приветствовать спортсменов других городов. Днями у місті пройшли літні молодіжні ігри. Скажіть, будь ласка, які найближчим часом заплановані ще спортивні заходи? Футбол, чемпіонат, Кубок області. Це те, що зараз согласовується з Федерацією обласною. Ну і ми орієнтуємося на... Сейчас много федераций корректируют еще свои планы, потому что мы все зависим от решения комиссии ТБ-ЧС. Потому что если они нам рекомендации дадут разрешить в залах соревноваться определенным количеством, и это не будет противоречить нормам и правилам, то, конечно, мы будем проводить даже летом. Но сейчас такая ситуация, что у нас есть указания и Министерства молоді и спорта, есть у нас рекомендации главного лікаря Украины о том, что спортивно-массовые заходы только до 50 человек. Детям до 12 лет пока сейчас тоже не разрешается проводить соревнования. Они, конечно, бедненькие, больше всех пострадали. Они у нас в городе самые массовые эти секции. Вы представляете, что такое детям 7, 8, 10 лет? Они ждали этого как соревновательных, тренировочных процессов каких-то там поучаствовать, там друг с другом посоревноваться. И тут им и всем разрешили, а им нет. И мы сейчас с нетерпением ждем, что хотя бы, может быть, какое-то нам послабление будет, хотя потому что все ждут. У нас каждое совещание с директорами и с тренерами школ начинается с того, когда детям до 12 лет разрешат тренироваться и участвовать в соревнованиях. Чи є у вашому місті база для тренувань спортсменів з особливими потребами? Предоставляється басейн, басейн МІКОМ, де вони можуть позаніматися плаванням безплатно. Управління молоді спорту все це фінансуємо.
Плюс еще есть, мы предоставляем им наши объекты, спортивные площадки. У нас очень активные эти ребята, спортсмены. Они играют и в шашки, и в шахматы, и в настольный теннис. Я даже в прошлом году я поучаствовал. Они участвуют у нас иногда, бывает, и в футбольных матчах, и в волейбольных. Дякую вам за бесіду. Бажаю спортсменам Кам'янського багато перемог та успіхів. Сьогодні ми говорили з начальником управління молоді та спорту Кам'янської міськради Едуардом Коряком.